1 июня Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области принимает заявки на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на этот вид поддержки в 2020 году, составит более 142 миллионов рублей. Заявки на получение гранта принимаются до 3 июля, а проведение конкурсных отборов запланировано на первую декаду августа.